Всем привет, вы на канале Темное Рыцарь, меня зовут Дима. Я вас всех приветствую в прохождении прикольненькой игрушки Watch Dogs Legion. Я по счету 12-я часть игры под названием «Скажите сэр». Дорогие друзья, я желаю всем приятного просмотра. И огромное всем спасибо за поддержку. Я очень рад, что со всеми вами я познакомился. Вы офигенные, друзья. И всем желаю приятного просмотра. Но перед тем, как мы отправимся, друзья, на основную миссию нашу, которая называется «Скажите сэр». Я, друзья, хочу выполнить прикольную миссию, дополнительную, интеграция важной цели, а уже потом я, как я выполню ее, отправлюсь выполнять основное задание. Ну-ка, пчеловод, пацаны, это у меня уже есть пчеловод, мне не нужен еще один пчеловод, мне одного, в принципе, достаточно будет. Так, ну в этой миссии, друзья, выдвигать за девушку. Я же говорил, в той миссии, в 11, что выдвигать следующей миссии за девушку. Вот только думаю, какую? Ладно, я говорю, буду играть за персонажа, по-моему, за девушку точно, а? После я сегодня играл все такое, другие игры, на работу занимался, уже забыл. Но я помню, что я говорил, что буду играть за другого персонажа, это точно, а? А вот за девушку ли, я-то не помню уже. Так, это мои потенциальные агенты, которых потом он будет завербовать себе в команду. Вот его хочу себе в команду завербовать, а? Прикольненький, лидер протестов. Исключено из программы подготовки Альбиона, ух ты, прикольно. Так, с кем же мне сыграть? Мне кажется, блин, миссия вот это будет прикольненько сыграть, но вот помощница юриста, она не особо тут такая, ну, блин. Она прикольная, я вот играю в 11-й миссии, спас ее, молодец я в конце. Так, кем же мне сыграть? Во, я ни разу ей не играл, давайте ей сыграем в данной миссии, прикольненько будет, а? Почему бы и нет? Давайте. Так, Димончик. Погнали. Эксперт по дронам. Будет прикольненько ей поиграть. Да, класс способности. Вообще прикольно, друзья. Еще спасибо вам всем за поддержку. Еще раз желаю приятного просмотра. Стойкость, смелость, глупость. Двух пунктов из трех будет достаточно. У кого-то из нас есть все три. Зашибись. Что бы на нас ни свалилось, я готова. Хорошо. Да уж, реплики они повторяют, что мой тут персонаж говорил одну и ту же фразу. Глупость, стойкости еще, у кого-то есть три. Что я он то же самое сказал? Блин, а? Бывает, что сказать. Так, я думаю тачку взять или сразу переместиться. Я думаю тачку возьму, а? Чекай, такая прикольная генша. Блин, уп, да он прикольный, ну-ка. Ух ты. Это, я даже не знаю, что он делает, а? Хочется, что у нас еще есть? Так, подожди. А, вот что как. Так, у нас получается электродрон. Ух ты, перехват дронов. Вау. Это у нас пикирование. Выберите врага и прыгните дрону. А, и прикажите дрону сбросить на него бомбу. Вау, прикольная способность. О, тачка неплохая такая. Классненькая, мне нравится. Тачка реально неплохая. Я только сейчас радио выключу, а. Вот. Сейчас, друзья, сейчас я быстренько. Так, подождите, да. Так, где наша цель? Вот, наша цель. Сейчас быстренько к ней подъедем. В нашей тачке. Правда, друзья, это очень классная, прикольненькая игра. Но советую вам, если вы хотите купить лицензионную и потом поиграть с друзьями, но в кооперативе, все хоть, может быть, дополнительные миссии, по-моему, если не ошибаюсь, в кооперативе играть, но проходить, то я вас не люблю, друзья. Прошайте скидку. За полную цену 2500 игрушку то покупать не советую. Хоть игра интересная, но тем не менее. Первая, вторая часть будет намного интереснее, чем Watch Dogs Legion. Не, Watch Dogs Legion неплохая часть, мне нравится. Но Watch Dogs первый и второй, хоть, конечно, я во второй не играл, они намного интересней. Хотя, в принципе, каждая часть по-своему уникальна и интересная. Вот, так лучше сказать. Так, важная цель. Где ты находишься? Мне кажется, он даже недалеко находится от нас на самом деле, а? Ой, сори. Ребятки, сори, извините, отойди, пожалуйста. Блин, сори, я не хотел его сбивать. Даже еле до него дотронулся, а. Так, сори. Я не научился как тут пикать, а, в этой части, а. А вот у нас река получается или нет? Наша цель находится аж в этом штабе. Да уж, нелегко будет его кокнуть, а. Ладненько. А, типа так нельзя, а можно. Офигенно. Как туда попасть-то, а? Это получается у нас база, защищенная крепость, а? Да уж, блин, как же его попасть и убить эту цель, а?
Блин, надо будет подумать, а. Так, сейчас тачку я тут поставлю где-нибудь, а. По-моему, вот вход. Так, да-да-да. Вот. Так, ух ты. Контролировать. Подожди, сейчас. Ух ты, нифига себе. Огонь. Вау, надо сейчас будет осмотреться, а. Да это реально крепость, охренеть, а. Наша цель аж находится прямо там, внутри. Да, будет нелегко ее убить, хотя, а может быть и легко. С помощью дрона. Я убью наши цели, друзья. Да, чтобы туда внутри не попадать. Если получится, я его сейчас убью так. Нужно будет его ликвидировать, правильно? Во, правильно. Так, тут база, тут все такое, тут навыки. Слишком далеко. Ай, зараза, ну-ка, ну-ка. Все, друзья, вот так и легко ликвидировал важную цель. Это просто изи, друзья. Похоже, это и было то жалкое существо из Альбиона, которому пришло в голову лишать жителей района припасов, чтобы они были более податливыми. В наше время графики могут нанести больше вреда, чем целая стая боевых дронов. Круть. Да, друзья, это просто было изи. Просто изи ликвидировал важную цель, а. А ну-ка, что это у нас? Взлом хаба. Прикольно сейчас вот, друзья. Выполнение основной миссии, может быть еще с основной миссией какую-нибудь еще миссию выполню. Ну, конечно, не основную, а дополнительную, я имею в виду. Диверсию, допустим, или сбор улик. В принципе, почему бы и нет. Честное слово, это была изи миссия. Дрон напустил, убил, все. Ликвидировал важную цель. Изи, катка. Так, в принципе, нам до миссии недалеко ехать, а. Поэтому круто. Блин, мне нравится персонаж, она прикольная. Ой-ой-ой. Сейчас аккуратненько. Это, я думаю, будет трудно, она будет крепость попадать и такое, там убивать всех, прятаться, а в итоге бах-бах. За 5 секунд цель ликвидировал. Опа. Ага, Альбион, тачка Альбиона. Хотя у меня, в принципе, своя тачка есть неплохая. Мне вот игре нравится тачка. Вот эта тачка мне в игре очень нравится. Вот она неплохая. Она мне реально нравится. Такая классная тачка. Только что в этой игре радио послушать не могу, а. Зараза, как вот я могу, конечно, послушать его, но... Авторские права вот эти гребаные, блин, бесит меня. Если бы они не передали, я бы какой-нибудь в игре бы, это, в радио бы, музыку бы слушал, а. Так, сори. Да, я помню, что на 11-й миссии, в 11-й миссии я на этой машине закончил. Я помню, как я ехал, развернулся и пока-пока сказал. Сейчас, наоборот, я начинаю в этой 12-й миссии на этой машине, ну, вы поняли. Так, сейчас, друзья, я припаркуюсь где-нибудь, а. В принципе, мне кажется, здесь тут... есть офис фиктивной компании клана Келли. Кейлогер где-то там. Под охраной весьма нервных, крепких ребят, которым наверняка нечем заняться. То есть, лобовая атака не вариант? Нет, меня бы это, конечно, позабавило. Но сомневаюсь, что тебя привлекает возможность стремительно расстаться с жизнью. К тому же, там разветвленная система вентиляции, куда может пробраться бот-паук. Ясненько. Тогда надо осмотреться. Так, сейчас я быстренько паука здесь запущу. Сейчас замучу, нравится, как он так лазит, а. Честное слово, классно. Так, сейчас быстренько взломаем, а. Как говорите, на крышу заберемся, с помощью дрона-погрузчика. Он нам, думаю, пригодится. Так, Сим-Сим, откройся. Да-да-да. Так, тут, в принципе, нам больше делать нечего. Спасибо тебе, паучок. Спасибо. Так, теперь сейчас, друзья, быстренько используем. Так, его мы обратно вернем. Во, а тебе возьмем. Контролировать. Так, давайте тут поставим его. Ой, нифига себе, сейчас захп отнял. Не хотел. Так, сейчас повыше. Вот еще свою героя убью. Мою героиню. Во. Все, сейчас я быстренько. Сейчас, друзья, я, как говорится, сяду на него и покатимся на крышу. А наверх надо подняться. Так, сейчас. Да все хорошо, друзья. Контроль. Вот, это класс, а. Ага, нравятся мне эти дроны. Ага, погрузчики. Ой-ой-ой. А, можно было перехват сделать, не подумал, а. Без забыв, что она управляет. Супернавыки у нее есть, а. Сейчас. Во. Вот так, мне кажется, будет лучше. Так, поднимитесь на крышу, можете перехват сделать. Сейчас я перехват хочу сделать, а. Вау, класс, я замутил, а. Так, теперь на крышу, ага. А он дальше не поднимается, да? Нет, дальше не поднимается.
А жалко, что максимально только сюда. Ай, дальше не может, да? Зараза, получится наш дрон погрузчик дальше не может подниматься. Ух ты, сука. Сука ты. Деликвидировал меня. Зараза, а где пушка моя? Так, способность. Пикирование, это не то. Зараза. Ну тут блюдок чуть не убил меня. Так, как нам туда попасть теперь? Так, ты не понял. Это отсюда, что ли? Нет, это не отсюда. Или да? Это да, ладненько, сейчас попробую быстренько. Контроль. Тут получается дальше пока нельзя. Видите, тут получается я не могу с тебя подняться. Жалко. Так, может так как-то попадем туда? Ну-ка. А тут можно дальше попасть? Вроде бы да. Вроде бы можно. Сейчас, друзья, смотрите, какая прикольная маска у моей героини. Блин, дрон меня чуть не кокнул, а? Сука такая, а? Ага. Я одежду прикольную я замутил. Так, она уже была. Ладно, во, друзья, все нормально. Сейчас я все быстро замучу. Сейчас, друзья, все будет, а? Постарался я в этой миссии не планировал играть, в принципе, на самом деле, поэтому все хорошо. Так, Сим, откройся. Так. А, тут можно было паука пустить. Во! Взлом. Круто. Так, паук, ты. Сквозь землю провалилась. Взлом. Так, наши данные. Во. Во, чё как. Так, подожди. Как нам попасть туда? Что-то я не в дупле вообще. Как-то, блин. Надо разобраться. Вот же такие миссии, друзья, деда. Конкретно подумать. Я конечно, люблю думать, но не до такой степени. Маленько, друзья. Получится надо паука вызвать. У нас свой есть, поэтому используем его. И пойдем так. Сами мы все не пролезем, а? Ну да, я вроде правильное направление ползу. Главный герой этой миссии, друзья, бот-паук. Ты как туда попасть теперь? Ой, паучок. Ух ты, прикольно. А мне нравится. Так, а могу очки взять? Есть. Круто, очки технологий. Так, и теперь скачиваем. Нашла кейлогер. Сейчас заберу данные. Все, друзья, молодец, а. Вот паука. Покиньте область, да? Окей. Сейчас паучка мы обратно вернем, в принципе, на самом деле. Во. Красавчик паук. Миссия не такая легкая, трудная оказалась на самом деле. Если, конечно, сейчас она завершится, то она не такая была. На самом деле трудная, друзья. Ух, прикольно, когда посмотреть на вон сверху. А. Много столько домов. Жалко, деревьев нету. Деревья вообще такое. Ай, блин, я даже не знаю, кого мы получается второго ликвидируем босса. Альбионскую суку, говоря. А, Кванакилле, ублюдскую бабку. Или любой день. Ну, конечно, любой день мы последними ликвидируем. Хотя, может и нет. Я не знаю, как это вообще можно, допустим, без порядка любого, ну, типа, ликвидировать боссов. Или вы по порядку должны идти. Я не знаю, честное слово, друзья. Я в эту игрушку, как вы понимаете, первый раз играю. Но это, в принципе, логично. Поэтому я в этой игре многого не знаю. Но мне, в принципе, нравится то, что тут можно героев менять и выбрать себе в команду любого лондонца. Это круто. То, что перепрыгнуть вниз... Я могу разбиться, это совершение круто, поэтому... Так, возьмем моего этого дрончика. Так, взлом. Сейчас его возьмем. Управлять. Эй, подожди. Вот, контролировать. Без него мы не спустимся ни хрена. Вниз, в принципе. Только что грузовой дрон на определенное место поднимается. Он не может, допустим, подняться на это вот здание, на верхушку. Не может. Это плохо. Так, контролировать. Все, валим отсюда, а? Вот я сейчас все покажу. Пароли клана Келли у меня. Видите? Выдвигаюсь. Видите, друзья, он не может подняться выше. Это все, это его предел. Вот, это его предел, друзья. Дальше он не поднимается. Капец, друзья, на самом деле миссия такая короткая оказалась, а? Твердая валюта, ну я не знаю, может быть другая, может и остальная миссия у меня будет по-другому. Похоже, деньги хранятся на изолированных серверах Банка Англии. Нужен непосредственный доступ. Стопэ. Хочешь сказать, что мне нужно вломиться в Банк Англии? Верно. Но если хочешь ограбить банк, то почему бы не внести надежно охраняемую государственную казну? Я всегда так говорю. С сегодняшнего дня.
Понял, понял, Бегли, ну извини, у меня будет другая миссия на самом деле. Эта хрень ко мне лезет? У меня будет совершенно другая миссия. Это будет у нас, наверное, 13-я миссия или нет. Посмотрим, а? Я еще пока не придумал, какая миссия у меня будет 13-я. Может быть и твердая валюта, может быть и другая. Это, в принципе, миссии хватает, а? Если, друзья, выполню топ-миссию какую-нибудь и завершу миссию, в принципе, или топ-две миссии какие-нибудь. Форин хотел уже устроить, получается, эту сбор улик. Так, это у нас основная, ну это уже потом. Уходите деньги клана Келли. Блин, ну скорее всего лучше по порядку идти и до конца уже завершить, поэтому да, друзья. Все-таки 13-я будет называться у нас твердая валюта миссия. Сейчас я выполню, мне кажется, выполню эту взлом хаба. И завершением я выполню, друзья, сбор улик. А потом уже бай-баюшки в дедсек отправлюсь. Да, давайте так и сделаем. Так, подождите. Вот сюда. Хаба. В принципе, тут не так и трудно будет. Сейчас, друзья, полетим в нашем грузовом дроне для нашей миссии. Только, конечно, грузовой дрон не может подняться на это здание. Альбион контролирует это здание. Видите, он почему-то их знак. Да, это самая короткая миссия, основная, которую я играл в этой игре. Честное слово, друзья. Сейчас быстренько я на дроне грузовом подлечу. Смотрите, взлом замучу. И еще одну выполню топ миссию. И завершу мою миссию. Жди сыр. Блин, на самом деле была не особо трудная миссия. Я думал, она будет долгая, трудная. Она оказалась в итоге коротенькая и не особо долгая. Так. Поэтому да, прикольненько будет еще, друзья, повыполнять всякие контракты, дополнения. Хочу еще как раз таки что-то сделать, а? Даже может пока не завершу, а может завершу. Думаю, следующая миссия в 13-й. Я хочу вот это замутить. Повыполнять всякие там грузы поперевозить, а? Так. Хаба. Взлом хаба. Это получается. Во. Так. Контроль. Эй, подожди. Подожди. Вот. Да какого хрена? Майк, сейчас припаркуюсь. Слезу. Так. Вот, зум. Вот что как. Так. Это что у нас такое? О, может и послушать было. А, тут такое нельзя, да? Как будто паук может это делать, а? Так. Можем взломать? А, нет, хрен, только паук нужен, да? А паука можно пустить, друзья, кстати говоря, с вами, а? Только вот где тут щель? А можем ли мы сами туда зайти, а? Это мне интересно. Так. По-моему, мы с вами, друзья, можем зайти, если я не ошибаюсь, а? Сейчас я быстренько проверю. О, мы даже... Нет, так мы выйти не можем. Тут везде закрыто, да? Сейчас попробую, друзья, войти. Пушку беру. Ага, окей. Да, друзья, мы могли зайти, это круто. Сейчас теперь быстро используем нашего паучка. Все замутим, друзья, это будет просто вообще изичное. Тоже, как говорится, взлом изи. Блин, вот паук, он два раза уже помогает мне. Спасибо ему. Смотри-ка, убежище. И весьма похоже на наше. Есть вероятность, что кто-то из оригинального Дотек прятался здесь все это время? Вряд ли. Они бы уже попытались выйти на связь. Это кто-то другой. И, похоже, этим кем-то интересуется Альбион. Советую осмотреть это место. Ха, сейчас быстро скачаю. Неверный пароль, да? Заблокировано. Мы не получим информацию с этой консоли без пароля. Найди мне данные низкого уровня на соседних компьютерах, и я попробую их объединить, чтобы получить то, что нам нужно. Окей, Бэгли, хорошо. Музыка играет, а тоски права прилетят точно. Начало положено, но этого мало. Посмотри на других компьютерах. Хорошо, Бэгли, я уже делаю. Может, да, музыка играет. Почти закончили. Осталось немного, ищи дальше. Ага. Ищу, Бэгли. Сейчас, факт показываю, друзья. Друзья, спасибо вам за поддержку еще раз, за все, спасибо огромное. Во. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки.
Думаю, вы это сделаете. Я стараюсь сделать это. Я получил пароль. Реально. Возвращайся к консоли и посмотрим, есть ли там что-нибудь полезное. Хорошо, хорошо, Бэгли. Все полезные ссылочки, друзья, будут в описании. Так, подожди, подожди, подожди. Так, где эта консоль? Я... Вот, сейчас, друзья. Консоль, вот. Все. Давай. Сейчас скачаем инфу, друзья, с вами, а. Так, текстовый файл, запись хранилища данных. Я вычистил данные, я слепил систему наблюдения. Кто бы здесь ни прятался, от Альбиона они защищены. Меньше, что мы могли для них сделать за то, что покопались в их вещах. Есть что-нибудь ценное, Бэгли? Записи систем наблюдения Альбиона. Видимо, краденые. На них популярны инфлюенсеры, все ярые противники Альбиона. Хреново. Их всех отметили для отправки на реабилитацию, что однозначно подразумевает подведение электрических кабелей к промежности. Нужно спешить. Испытание взлома хаба выполнено. Молодец. Запись хранилища данных. Сейчас, то есть прикольная на самом деле миссия. Это что у нас? А, это у нас девушка. Или парень, это парень. А что он умеет? Так, он не любит дотека. А, черт с ним. О, он больше собой. Он подлетел вверх, он маг. Волшебник. Видите, он не на полу здесь находится, а? Да, он не на полу, если я не ошибаюсь. Так, я правильно не ошибаюсь, или на полу? Не, вроде бы я на полу или не на полу. А, он так сидит, типа, показал, что у него подлетело. Так, Ванька, блин, маска находится в самом низу. Как ее взять, а? Ванька, ты подумай, уже подумаем, а? Сейчас я пойдем выполнить с вами другую миссию. Тоже, наконец, прикольненькую. Так, ну уже тачку возьму тогда. Вот, возьму эту тачку, а? О нет, сейчас быстро этого дебила альбионовского замучу. Молодец. Супер, сейчас быстренько, друзья, в этом спрячусь в домике. Надеюсь, меня не найдут, а? Сейчас, друзья, быстренько спрячусь. Блин, не очень понравилась прикольная игрушка Fallout 4. Классненько, я более-менее, друзья, научился строить там в игре. Надеюсь, на следующем стриме, друзья, я буду еще лучше уметь строить, блин. Еще пока правда, название не придумал, следующего стрима, но... Есть парочка этих, как говорится, названий, я буду потом их подумать, какая будет лучшая. Возвращаемся на базу, прием. Так, все хорошо. Так, теперь, друзья, мы устроим с вами, как говорится, это... Сбор улик, пособираем улики, а. Так, и... Да-да-да-да. Сейчас я быстро все перемещусь, или тачку возьму. Хотя, думаю, переместиться, на самом деле, да. Может быть, еще какое-нибудь дополнение выполню. Просто реально, миссия основная была очень короткая. Я туда пока повыполняю всякие разные прикольненькие дополнительные задания. Потому что, то есть, потом, когда я пойду выполнять все основные кампании, ну, все основные здания, уже будет глупо проходить доп. Миссии. Это будет реально тупо проходить. Поэтому лучше чередовать, либо проходить и основную, и потом допы. Мне кажется, так правильно, как, в принципе, я так же делал в соседине, а? Так, тут недалеко находится, но в любом случае. Стой! Опа, спасибо, даже слез специально ради меня. Блин. Так, ну, это у нас где находится? А, где-то там. У нас сбор улик. Так, я вроде бы правильно, да? Ой, сори, сори. Ух, что-то сбор улик как-то мне не особо нравится местечко. Зараза. Ух ты. Тут везде, это кто? Альбион, да? Это Альбион или Келли, а? А, боец Келли. Блин, я бы хотел бы его забивать себе в команду, а? А можно вообще? Может и можно будет потом. Как-нибудь. Так, наша миссия находится аж внизу. Во. Вот что как. Так, ноутбук. А, типа взлом нельзя сделать, да? Получается, какая-то камера потаенная, все такое, блин. Эта камера в другом месте находится. Тут, друзья, взломать нельзя. Видите, флешка есть, а взлом недоступен. Жалко. Так, ладно, это где-то внизу находится. Может, тут где-то есть, а? Так, если я не использовал ни разу, то его, а? Вау, прикольно. Мне нравится, друзья. Я не боюсь альбионовских сук, поэтому может спокойненько с ними будет повозиться. Говорится, порадоваться, а. Девушка против девушки. Ай, молодцы, а.
А, вот получается, куда нам надо идти, а? Так, туда раздолбать в любом случае. Сейчас я быстренько всех повырубаю. Командир, тем более, что потом подмогу не вызвал, а? Так, командир, ты наш любимый. Чем у тебя? Ах, ты какая? Сука. Ух, твое рождение. Твою же медь, агент ранен. Тяжело ранено, но ё-моё. Фух, хорошо, что у нас парамедик, друзья, есть. Это очень радует меня. Зараза, блин, первый раз моего агента ранили так жестко. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Взял себе в команду, завербовал парамедика. Так, возьму это вот этого агента лучше. Или какого из пушки, того и возьму. Так, у тебя и бита. Так, у тебя пушка. Так. Че, вот тоже классный. Так, блин. У тебя не особо пока, тогда лучше возьму тебя. Тут нужен агент, у которого есть пушки. Да, пистолет. Сука, тут с этим, блин, гребаным шокером нихера не справишься. Зараза, видели, да? Магиншу ранили. Капец, эта игра не такая уж легкая. Нужно подменить агента. Если выживет, обязательно поблагодарить тебя. Блин, так. Слушай, если я окажусь в коме, просто отключите меня. Так, надеюсь, она выживет, друзья. Блин, я реально надеюсь, парамедик спасет ее. Здесь я не просто так себе в команду завербовал парамедика. Так, сначала я лучше, конечно, осмотрюсь. Мне кажется, лучше отправлю. А, ладненько, паука не отправлю никак. Так, командиров по-любому надо ликвидировать первыми. Это, сука, за мою подругу. Сейчас я вам всем, сука, отомщу. Сейчас я вам устрою, блин, драки зимуются. Близкие в твари. И маска, кстати, я, походу, находится тоже внизу. Или тут. Опа. Ой-ой-ой. На тебе, сука. Кто-нибудь видит цель? Я тебе... А, это называется крутой агент, а? Молодец, а? Так, тут нужно полюбить с паукой, если я не ошибаюсь, да? А нет, во. Ой. Так, маску просто не возьмешь. А тут есть камера где-нибудь? Ну, о, тут камера есть. А тут очки не возьмешь. А, так, нужно, тут, походу, нужен реально паук. Так. Ага. Ну да, так я был прав. Нужен паучок. Так, получается, нам нужно обойти. Так. Ага, во. А могу ли я паука? Сейчас, подождите, друзья. Команда. Тут по-другому никак. Блин, по время миссии нельзя. Ух, слава богам. 59 минут она начнется, и все будет хорошо. Спасибо, парамедик. Вот нельзя я себе команду парамедика завербовала. Маленько, друзья. Эту маску я уже потом возьму, когда завершу эту миссию. Да, я потом обязательно маску себе возьму. И очки технологий тоже. Так, друзья, сейчас я им устрою. Либо так, либо так. Ну, пока, думаю, их так буду вырубать, а. Я друзья мщу за мою подругу, которую они, сука, ранили, а. Я, честно, очень рад, что она выживет, а. Не хотел я такого агента прикольного терять, а. Да еще, в принципе, любого из агентов моих. Мертва. Да, это кто? Агент вышел из больницы, благодаря способности одного из членов вашей команды. Вау, круто, блин. А, вот он, паучок, друзья. Можете сейчас паука взять. Круто. Так, давай, паучок. Сейчас я, получается, быстро маску возьму. Круто, друзья. Ха-ха. Моя агентша прикольненькая. По которой специализируется по ботам, ну, по разным там, дронам. Она вышла из больницы. Вот, хорошо, что я завербал себе команду парамедика. Реально круто. Опа. Розы, красивые цветы. Сейчас я быстренько масочку возьму. Еще быстренько сломаю. Круто, честно, я очень рад, что она вышла. Я очень рад, что она выжила. И думаю, что я потеряю сейчас одного прикольного специалиста моего. В принципе, я вообще никого, ни одного специалиста не хочу терять в игре, друзья. Хочу, чтобы у меня все выжили до конца. Так. Ага. А, тут потом вот так вот, да? Получается надо. Если я не ошибаюсь, туда.
Да, друзья, я не ошибался, я все сделал правильно. Так, а можем сразу взять эту тогда? Так, очки технологий, они находятся там. Во, маску можно сразу взять? Маску я взял. Это прикольно, так. Теперь откроем сейчас эту калиточку. А, открыть ее нельзя, да? Сейчас, друзья, быстренько возьму я очки технологии. Ну, чтобы мой персонаж не бегал по 1000 раз. Все сделает для нас, друзья, бот-паук. Так, очки технологий. Во. Все, молодец, паучок. А, спасибо тебе. Ты мне больше вроде бы не нужен или нужен. Сейчас посмотрю, нужен мне паук или я сам пройду. Просто тут дверь была. А, так, сейчас я проверю, друзья. Паук мне больше не нужен, а? Так, теперь очки технологий. Так, нужно что-то прокачать себя. Так, так, так. Ага, позволяет управлять турелями. Круто. Так, позволяет управлять контролитическими дронами. Так. Позволяет управлять дроном особого назначения. Ух ты. Блин, мне кажется, лучше тогда даже не знаю, кого замутить. Позволяет взломать дрон-гонщик. Не-не-не, это не особо нужно. Так, блин, пушки на самом деле вот этого замутить бы лучше мне. Или вот, вот паук становится доступен, двойные прыжки и спринт. Так, это хорошо, конечно. Это тоже вот прекрасно, прикольно минается. Но я уже прокачаю себе вот эту вот способность. Она будет как-то поэффективнее, мне думаю, сейчас пригодится. Ну, потом, может, в будущем, в следующих миссиях. Так, нужно теперь тут нам пистолет, друзья. Без него не обойтись. О, я же говорю. Так, теперь куда нам? А тут вообще что было у нас? YouTube, это что такое? И что это ради этого? Я не понял. Так, нам нужно, походу, опять же, бот-паук. Скорее всего, и как туда попасть? Эй, я ничего-то немного не втуплю, да? Я увидел, я понял, что там камера. Что такое? Так, это у нас что? Это у нас, ну, мастерская какая-то, тут молоточки, вся фигня. Так, где находится? Ты как туда попасть? Я что-то реально не вдупляю, друзья. Так, вот камера под землей. Так, это у нас... А, как тут попасть? Эх, что-то какая-то непонятная миссия. Реально, пещера какая-то наподобие, типа, ну, тюрьма, камера, в этом что-то в этом духе. Так, она находится аж в самой заднице, а вот только где? Как туда попасть, все это, друзья, пока что непонятно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, освободи район. Да я пока как-то попасть не могу туда. Пока как бы вход не знаю. В эту пещерку. Но это явно не сюда. А и где тогда? Куда? Блин, друзья. Бывают пару такие долбанутые, честно, квесты, вот эти вот. Хрен поймешь. Куда, реально, куда? Как вообще попасть туда? Блин, не понимаю, я что-то вообще, друзья. Это, малеха не вдупляю. Чудо, как вообще, на самом деле? Как туда попасть, где вход вообще, вон кланки, или это я понял, а? Это их знак, типа их район. Так. Да не, мне кажется, дрон мне не поможет, а? Крыша тоже не нужна. Я везде... О, сколько дронов летает, охереть. Какого хрена так их много? Так, ну я получается сюда прохожу. Не, где-то по-любому есть вход. Я подумал еще, что там вход, но я ошибся. А, вот что как. Так, а дальше у нас что? Это у нас где? Это у нас где-то там. Так, ты где получается? Эй, внизу. Так. Это где-то получается тут у нас что ли? Во внизу камера, видите, друзья, да? Вот тут переключаюсь, эту камеру и где-то еще получается, да? Тут взлом, получается, это уже. Так. Так, тут еще пауки у нас взломы, а? Так, и это все. И дальше нельзя, друзья. И не прокачаешь, и ничего. А, и масштаб, типа. Ноутбук с флешкой, я это понял уже, да. Замудренная херня. Я разберусь с ней, наверное.
тут получается не вариация, тут, допустим, друзья, у нас. Я думал, тут типа тот ход потайной, ну я так думал. А в итоге, оказывается, тут ни хрена не было, кроме очков. Ну, блин, тех. Так, где же гребаный вход? Ты нахожусь на кладбище. И тут не особо мне весело гулять на самом деле, а. Так, 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 так. Но же не просто так нужны. Вот пауки, правильно? Значит, они для чего-то нужны. Так. А, мертва, ранена агентом терроризма. А, доставлена в больницу. Да, друзья, вот моя агентша. Сейчас покажу вам, вроде бы все хорошо. Да, ее вылечили, потому что наша парамедик молодец. Справилась своей работой. Так, это понятно все. Вот паук. Вот паучок. А где... Вот что как, друзья. Даже не заметил, а. Вот он и вход, а. Ну ты, Димон, а. Ну ты даешь, а. И опять же, друзья, вот паук помогает тебе уже в третий раз в этой миссии. Молодец, паук. Так, тут, да, тут я бы хер пробрался бы сам. Видите, тут получается вход. Ну такой маленький, хер пролезешь, а. А вот паук, друзья, красавчик. Так, тут у нас... Ну да, тут у нас получается, как я говорю, как-то комбо, все такое. К вам сейчас на воду не попадать, вода нас убьет. Как он будет получше электрические. Фух. Так. Ага. Тут и камера у нас, друзья. Вот паук. Герой моей сегодняшней миссии. Реально, на самом деле, паука. На самом деле герой в этой миссии. Вот, друзья. Сейчас все скачаем. Испытание выполнено, сбор улик. Хамплиц. Хамплиц. Ага. Так, сбор улика. Что я вообще собрал такое? Мне интересно, что за улики? Могу предположить, что этот ноутбук украли у Альбиона. На нем содержатся планы по созданию дефицита в этом районе. Если человек задается вопросом, где найти еду, на то, чтобы возмущаться произволом наемников, просто не остается времени. Зараза. Здание начато, путь к свободе. Не-не-не, какое здание, путь к свободе, я, может, потом выполню. 14-е. Вот и все. Вы покончили со всеми целями в рамках борьбы с Альбионом в Тауэр Хамлетс. Молодцы. Прекрасно. И люди обратили на вас внимание. Один парень просит помочь ему убедить жителей района поднять восстание. Предлагаю с ним встретиться. Пиво тому, кто найдет его. Дрон. Ты вот так убегаешь-то, а? Эй, ты кого бегаешь так, зараза, а? Я тебе серьезно, а? Ты зараза, а? Да вы че, охреневаешь, а? Блин, прикольно называть. Хер тебе, сука, а? Походу, а это кто еще будет такой, а? Он до всех не любит? Не, он до всех не любил, поэтому, друзья, правильно я ему морду начистил, а? Так, друзья, получается, еще у нас миссия появилась с вами, а? Путь к свободе, ух ты, прикольно, встретитесь с заменителем ДТЕК. Ух ты, ну прикольное такое название. Блин, может быть даже либо 13-я миссия будет «Путь к свободе», то есть я выполню, либо выполню 13-я миссия, у нас будет либо, ну, либо «Путь к свободе», либо «Твердая валюта». Я еще подумаю. Скорее всего, лучше «Твердая валюта», когда я все эти миссии завершу, ну, с учеткой там денег, альбион, все такое, полностью все эти. Я уже, может, 15-я или 16-я миссия, у тебя будет у меня «Путь к свободе». Прикольная миссия, мне нравится же название. 13-я часть под названием «Скажите, что серия завершена». Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, очень скоро с вами увидимся, вы лучшие. Спасибо вам за вашу поддержку. Покедова, друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. We'll be right back.